Что ни неделя, то новый триумф наших спортсменов всех возрастов. Приднестровские гребцы успешно отгоняли чемпионат Молдавии по гребле на байдарках и каноэ. Вернулись с десятком медалей. Абсолютным чемпионом стал дубасарец Евгений Варкан. Он выиграл все заезды, в которых стартовал. 5 золотых медалей привез тираспольчанин Евгений Чебан. В августе он примет участие в молодежном чемпионате Европы в Венгрии. Все золото юниорской группы у приднестровцев. С такими же успехами и кадеты уступили только одну высшую награду. Накануне завершился чемпионат Приднестровья по гандболу среди детей до 13 лет. Первое место у тираспольчан. За трофей боролись с чобрычскими гандболистами и победили. У соперника второе место. На третьей строчке Слободзея, а замыкают квартет участников бендерские гандболисты. Новость номер 3. Уже о футболе и молодежке. Сборная Молдавии не попала в основной розыгрыш чемпионата Европы Under-21. Среди 6 команд молодежка заняла 3 место. В последнем матче квалификации сыграли в ничью со Швейцарией 1-1. От стартового до финального свистка на поле отыграли шерифовцы Евгений Глига и Серафим Кожакарь. Розыгрыш в Лиге наций продолжается. Сегодня на поле можно будет увидеть игрока «Шерифа» Бобана Николова. Ждем полузащитника в составе сборной Северной Македонии на матч против Грузии. Старт в 21:45. А 12 июня македонцы сыграют против Гибралтара. Главным арбитром этой встречи назначен бендерчанин Дмитрий Мунтян. У сборной Молдавии первый домашний матч в Лиге наций уже завтра в 19:00 против Латвии. Парк-турне «Авангард ТВПМР» продолжается. В субботу команда телевизионщиков отправится в Григориополь. Там сыграет против местных футболистов. Начало матча 18:00. Приглашаем всех желающих поучаствовать и стать свидетелями яркого футбольного вечера.